Друзья, всем привет! Что я вам хотел показать? Помните ключницу? Вот я делал из кожи. У меня там есть ролик на канале. Из кусочка кожи я вырезал. Вот сам сделал. Ну, простая ключница. Вот одна кнопка и болтик. Вот крепление болтика. Так вот, я хотел, значит, переделать ее. Хочу переделать. Вот ключ для домофона. Постоянно надо его это... Открываешь там в подъезд, достаешь, выходишь, закрываешь. И так по несколько раз на день. Думаю, ну надоело. В общем, решил я сделать для него кармашек, чтобы здесь вот он располагался. Ничего доставать не надо, он у меня все время будет как бы снаружи. Из кармана дошел, достал, прислонил, зашел, убрал. Все. Для этого я вырезал вот такую штучку из кожи, кусочек. Так, давайте я вам сразу размеры скажу, еще до того, как я пришил ее. Так, высота 30 мм, ширина по верхней части 25 мм, по низу 20, вот, как трапеция такая. Штучка маленькая, но очень полезная. Сейчас я, значит, дырки я здесь уже набил пробойником этим миллиметровым. Сейчас сюда просто вклею и насквозь пробью до конца. Будет это примерно вот так вот выглядеть. Я надеюсь, что я сделал плотненько по размеру. Значит, чтобы не вылетало, здесь вот сделаю сейчас колечко, сделаю тут какой-нибудь этот кусочек кожи, ремешочек, узелком завяжу. У меня не выскакивал. Тут уже я сделал разметку. Чуть-чуть. Держалась. Так, хватит. Отверстие сделаю на одно больше, чтобы края не обрывались. Все, дырки готовы. Теперь дальше. Надо прошить вручную. Нитка у меня 0,8, вощеная. Так, ну и так далее. В общем, сделал я еще сразу в видео покажу в этом. Сделал еще машинку для шитья. Ей, конечно, шить намного удобнее, но сам шов неудобно там натягивать. Там вот эта вот серединка, она, чтобы в середине попадала кожа, неудобно. Значит, смотрите, как здесь у меня перышками я высверлил, по-моему, на 20 или на 25. Туда вглубь просверлил ручку дубовую. Вставляется вот так нитка, и вот через это отверстие вылазит. Потом сделается так петля одна. И сюда в иголочку вставляется. Так, видно, вот. Иголку я взял промышленную. Купил самую толстую, какая есть. По-моему, 130 на 21. Она называется. 10 штучек купил, там 100, почти 200 рублей вышло. Иголка хорошая, крепкий. Нитка сюда влазит. А и выточил вот на токарном подсанговый патрон. Вот беру его, значит, у меня от дремеля цангу, да. Вот здесь только резьбу нарезал. Резьба 8 на 0,75. Ну, а эта крышечка у меня с другого. Так сказать, дремель открутил, пока временно. Вот пользуюсь. Значит, этой штукой я пробовал шить. Кстати, на Али продается такая готовая. По-моему, 1000 рублей стоит. Ну, там иголка не такая. Там иголка какая-то у них там своя. Сломайте, потом не найдете. У меня здесь промышленная иголка. И там немножко другая конструкция. Вот, сюда продевается.
И вот так выглядит. Ну, просунул, там потом другой ниткой вставил, вытащил. И вот так вот. И шьешь, короче, вот так. Ну, удобно. Шить его, кстати, очень удобно. То ли дело, ты в руке держишь вот такую маленькую, да? Иголочку протыкаешь туда-сюда. То ли вот такую байду. Раз ее. И там два или три, сколько там, слоев насквозь. Раз, 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 быстро. Но вот эта вот затяжка, здесь получается нитка, она и туда, и сюда выходит. А там получается одна нитка. И вот это в середине там петля такая, надо, чтобы попадала, чтобы между вот этими, между кусочками кожи, чтобы она там оставалась. Иначе будет видно некрасиво. Поэтому штука, в общем-то, как бы ускоряет, удобная, да, но с ней вот это вот там не очень удобно затягивать. А иголки наоборот. Вроде как неудобно тыкать. Сразу здесь затянул, ничего не надо морочиться. Так, ладно. Друзья, пришил карманчик за кадром. Ой, выходит. То есть входит. Видим. Входит. И выходит. Так, он сюда входит. И входит. О, отлично входит. Ну что, красота. Где-то у меня шнурочек был. Сейчас найду, сюда вставлю. Соберу, покажу. Прицепил шнурочек. Кусочка кожи. Пробуем. О, все, не потеряется. Он так плотно сидит. Ну так, на всякий случай. Так, собираю на место. Всего. Вот какая красота-то. Ничего, главное, доставать не надо. Пришел. Пик-пик. Заходи. Подъезд. Кто там? Да никто. Это я. Почтальон Печки. Принес заметку про вашего мальчика. В общем, рекомендую. Всем. Полезная, удобная штука.